Доброго всем время суток. Мне нравится это универсальное приветствие. Дорогие друзья, хочу показать вам водоем на высоких грунтовых водах. На данном участке сложная геология. Здесь мы имеем 5 метров водонасыщенного торфа. Пруд выкопан с помощью земснаряда. Прибрежная зона берма была укреплена георешеткой. По периметру водоема высажены прибрежные растения. В этом пруду постоянно работает воздушный компрессор, что обеспечивает поступление кислорода для рыбы, а также поддерживает стабильность химических процессов в воде. Так как уровень пруда зависит от сезонного колебания воды, скиммер изготовили по принципу поплавок. В следующих видео я продолжу знакомить вас с прудами на сложных грунтах. Хорошего настроения, до новых встреч!